Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Негатив ТВ. Это канал моего очень хорошего знакомого. Мы с ним записывали уже пару-тройку видосов. Есть даже видосики, ребята, у меня на канале, где он проиграл мне нит на желанку. Он там, соответственно, эту желаночку выполнил. И этот видеоролик вам, ребята, очень понравился. Так что вот он, этот канал. Если вы заинтересовались, подписывайтесь на него. Ссылочка будет в описании. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. Сегодня, ребята, мы с вами записываем гоночку вооружений. Вот, давненько я ее не записывал, неделю назад вышел у меня последний выпуск. И, ребята, все у нас как обычно. Набираем 1000 лайков под этим видеороликом, сразу же начинаем снимать следующий выпуск. Так что вот такие дела. Под предыдущим роликом вы набрали это все дело, значит, все хорошо. Вот, со мной сегодня будут это iCloud, Александр, Кот, Серега, Негатив и Веталь. Поздоровайтесь. Алло. Привет, ребята. Здорово, бандит. Всем привет. Вот, короче, ребята, правила у нас все те же. На каждой вот из этих пушечек нам нужно сделать по 3 килла, кроме, ребята, Изиды. На Изиде нужно делать всего лишь 1 килл. И вместо вулкана, ребята, вот у кого нет вулкана, тот берет... Ой, точнее, у кого нет страйкера, тот берет вулкан. Потому что тоже там у некоторых негодование случилось. Почему же я на вулкане не делал 3, мать его, килла? Потому что, ребята, у нас страйкеры заменяются вулканом. Но если у кого-то нет страйкера по какой-то причине, он надевает вулкан. Так что я думаю... Думаю, все понятно. Если у кого-то нет какой-то пушки, например, вообще она не куплена в гараже, то есть он на предыдущей делает киллы за эту пушечку. То есть, например, если у него рельса есть, а смоки вообще не куплено, то значит он на рельсе делает вместо 3 киллов 6 киллов. Я думаю, это все довольно-таки понятненько. Так что, давайте, ребят, на счет 3 долетаемся и уже начинаем. Раз, два, три. Все, ребята, ждем мы самоуничтожения. Сейчас, смотрите, самые опасные писюны самоуничтожатся первыми. Ой, это я был. Боже мой. А чё, я чуть не сдох-то прям на видео. Вот сейчас бы видосики, ребята, у нас не удался-то, а? Это, кстати, да, это опасненько. О, у меня пинг 843. Да, есть, все. Первый килл, ребята, у меня уже есть. Да, кстати, не самоуничтожайтесь. То есть, если вы, например, сделали какой-то киллы уже на своей пушке, то просто стойте на одном месте, в пропасть прыгать не нужно. Так, вжух. Да почему же я иду по этому... Как я не попал? Вот это, ребята, просто фееричное, короче, было. Небожи. Стой! Не, да, боже мой, ну Серега, ну себе не людям, я сейчас на тебя килочек сделал. А так ты и меня, понимаешь, не убил, и еще и Сане дал килл сделать. На тебе, по щем, во-о-о! Нихера себе, меня добили. Так, ладно, но первый килл у меня уже есть на рельсе, так что это уже довольно-таки неплохо. Можно, как говорится, жить. Окей. Вжух! Есть, ребята, оп, второй килл. Стой! Ах, добили. Ну, слава тебе, господи, ребята, хотя бы я уже один килл сделал. Соответственно, смотрите, как мы делаем 3 килла на какой-то из пушек, сразу начинаете переодеваться и уже делать киллы на следующей пушечке. Нет! Боже мой, вот сейчас мне как страшно было, я сперва хотел какой-то... Понятно, 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 Жека, просто понятненько. А чё, если он мне дал рельсы, я в минус в этом? Не, ну если он человек упал, это был не специально, конечно, это ничего страшного такого в этом нету. Это же не специально было, ой, то ли дело, когда нарочно. Так, все, есть, я уже сделал, ребята, 3 килла на пушечке, соответственно, я сейчас переодеваюсь на грома, да? Или на смоки? Или грома, или смоки? Все, я тоже сделал. Посмотрите в чате. Вадим, смотри, я тоже сделал все. Окей, окей, окей. Все, значит, я переодеваюсь, ребята, на грома. Ну, гром, если честно, это такая себе пушка, она мне не нравится. На тебе, есть. Первый килл, ребят, на громе есть. Я беру свои слова обратно. Начало вроде как бы хорошее. Я, походу, один не сделал киллы, да, на рельсе? Да, ты пока один не сделал. А, еще кот не сделал? Да, нихера себе. Кот, ты понял, да, как у тебя сейчас фраг просто подстилили? И сделал это Санчес. Санчес Панчес. А мне килл киллят. Кто меня слил? Мне килл киллят. На, есть, второй, ребята, уже килл на громе-то. И сейчас, походу, еще будет у нас третий, да? Да ёпарас, это просто взяли и скоммунизили у меня мой заслуженный килочек. Виталька был моим килом.
просто Виталька был, ребята, моим киллом, но не получилось у меня это все дело немножечко. Леха уже за смокой. Ну да пошел. Ладно. За смокой уже пошел. Ебич. Так, ладно, я уже тоже переодеваюсь, иду, ребята, за смокой, потому что я уже сделал тоже 3 килла. И, ребята, сразу прошу вас извинения и прощения, если на какой-то из пушки я вдруг там что-то не сделаю, либо переделаю. Потому что, серьезно, ребята, иногда так заигрываешься и начинаешь уже тупо забывать, на какой пушке ты сделал, а на какой не сделал. А! Есть, добил! О, просто, ребята, хорош. Просто, ребята, хорёшь, хорёшь. Котейка, котейка, смок, котейка. Да, я уже на смоке. Нет! Чё, котик, не получилось, да? Так, есть. Мне осталось, кстати, последний килл сделать на смоке. Что меня очень сильно радует. Ох, ты котёра. Ах ты котёра. Просто взял и добил меня. Вот так, кстати, ребята, было довольно-таки неплохо. Конечно, со стороны кота. Не буду говорить уже про себя. Ты со своей смокой, дура дебильная. Всё. Так, Айклаудик, не бушуй. А, там кот треснулся сзади, Айклауд. Там кот треснулся. Есть, все, ребята. Изи, третий килл. Так, после этого у нас идет что? После молот у нас идет. О, мне кажется, вот сейчас на молоте будет мне довольно-таки проблематично, ребят, здесь делать киллы, потому что это карта Рио. И сейчас все зависит чисто от моего респа. Если респ у меня будет говняцкий, то есть меня законтролят, меня, конечно, сольют. Ну, сейчас респ у меня говняцкий. Меня сейчас на изичах законтролит iCloud и сделает на мне свои киллочки, которую он не доделал. Ну. Первый, ребята, килл. Просто изи, просто изи. Ох, iCloud, друже. Нет. Ой, а у меня, кстати, рез-то очень говняцкий. Ребята, а где вы все? Ребятулечки, не прячьтесь от меня. Ой, кот сзади. Ай. Да всё, я сделал. Да хвосты скотиняки такие, объединили, знаете ли, после меня. И меня просто сволочуги такие сливают, а? Ах вы сволочи, вот вы сволочи такие. А что уничтожаешься, алло? Так самоуничтожаться можно, если ты не успел его добить, то это не успел, значит. Да котяра котяцкая, а? Ас, что ли? Это, мне кажется, кот какой-то вообще не породистый. Он такой сильно прошаренный, как будто там это. Да, на улице живет. Кот дворняга. После смоки что идет? После смоки у нас идет молот. Да ё-моё, не успел опять доехать до изи килла. Изи килля. Изи килли. Изи килли. Нет! Какого фига, я просто минус. Боже мой! Вот, ребята, о чем как раз таки я говорил, на молоте здесь будет очень сложно сделать киллы, если у тебя говняцкий респ. Да, Санчес, Панчес? Я на нулях. Еее, просто бич, get up away, бич, get up away. Ой, Клауд! Ах, не получилось. Да, ты с задницем, блин, моя... Космическая гонка вооружений. Так, ладно, мне, кстати, осталось... Ну, кстати, тоже, да, на безумии довольно-таки прикольно было это все дело мутить. Да, и Клауд... Тихо! Да, Клауд! Здесь же нету МПК! Как ты, сучара такая, быстрее меня взял и перезарядился? Чё после молота? После молота чё? Я просто всё. После молота сейчас скину. Так я же скидывал, нет? Шафт. После молота идет у нас шафт, да. После молота у нас идет шафтюга шафтюцкая. А, кстати, мне нужно будет перезайти в битву, потому что я уже вроде со смока переодевался на молота, и сейчас у меня будет просто, ребят, неимоверное КД в целых 5 минут. Вот, кстати, на шафте здесь тоже будет так себе, если честно. Пацаны, вы не поверите, я первый килл на рельсе сделал. Серьезно? Охереть. Смотри в чат. Хорош, кот, просто хорош. Да шафт. Есть? Да Вадим, ты чё? Твою ж мать! Негатив, что за хрень? Санчо, что такое? Должен был убить, дур ты дебильная. Да какого фига? Вадим. Шо? Вот. Да ёпар, СТ, бабайки, неймейси. Почему я не видел твой лазер? Это же настолько было бы изи сейчас.
Мне два на шафте. Нет, бомбит, по-моему. Веталь, что ты бомбишь? Я, кстати, уже тоже второй килл сделал на шафте. Мне еще остался один. Что сделать, господи? Да, мне, кстати, тоже остался еще один киллочек. Аут, замри. Один, мать его, ребята, киллочек. Стой, пацаны, не двигайтесь, дайте мне один килл. Все. Веталь, спасибо. Снайпер из меня, ребята, просто никчемный. Просто никчемный снайпер. После шафта рикошетик, да. Рикошет. Ой. Вот, еще раз кину. После шафта, да, идет рикошетик. Я, кстати, уже тоже с Саней переодеваюсь на рикошет. Мы с Саней, походу, у нас два опасных, да, такие писюна? Ну да. Айклауд взял и подстилил. Да хотя, может быть, Айклауд, по идее, меня сейчас первый выстрелил. Так что, Жека, я тут даже не думал, что ты у него пытался стырить. Моя пушка, я уже два килла сделал. Три нахуй. Шафт, это твоя пушечка? Доводи. Чего? Нормально же общались что-то. Так шо тят все на меня-то, а? Скоты такие, вот сразу, вот Жека сразу респается и на меня свое дуло. Вот респнулся и на меня свое дуло сразу. Ах ты скотина такая. Не, на рикошете один уже. Я, главное, к тебе со всей душой. А ты прям в первую очередь меня... Тихо, тихо, тихо. Я сейчас апельсинами кидаюсь. Не знаю, что я апельсинами кидаюсь. Да ты охеревшая дура дурацкая, что ли, а? А ну иди сюда, дурочка. Есть, все, первый килл уже есть. Что там, вулкан? После чего? После рикошета. Ты охерел, ты уже на рикошете все сделал? Мой, мой, да, блядь. Что ты добил? Тихо, 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 тихо. Вулкан, вулкан, да, или страйкер. Страйкер, если есть, то одевай страйкер. Я попаду. Ура. Страйкер. А страйкер же, да, идет? Да, после рикошета у нас идет страйкер. Какие пушки, вот еще раз кинул. Вот, ребята, серьезно, если бы не было вот этого дурацкого обновления, было бы все вообще найсово. Проходила у нас бы опять гоночка вооружений, так же, как и в предыдущем. Так в скайп постоянно идти. Да, ё-моё, ну почти, Санчес Панчес. Нет. Есть. Все, ребята, есть. Все. И... А, кстати, я сейчас не помню, я ли переодевался? А, не, у меня просто зверское это, переодевание идет сейчас. Я понял. Я понял. А что там, страйкер, да, идет у нас? Да. Окей. Еще один фраг на страйкер. Ты охерел? Ты как так быстро сделал-то на страйкер киллы? Не знаю. Серый, блин, по-братски. Серый, блин, по-братски. Не брат ты мне больше. После шафта рикошетик. Да, после шафта у нас идет рикошетик. На, типа, щем. Последний, кто тут что делает. На, типа, щем. На, типа, щем. Есть. О, кстати, смотри, кот, и я тебя добил, и ты меня добил. Вот это, кстати, было довольно-таки неплохо сделано. А ты собака! Че на страйкеры потом? Брат, пинти! Да ты, Жека, куда ты? Ах, ты скотинка такая. Что после страйкера? Срочно. После страйкера твинс. Войти. Чего? Один на 26. Есть, все, второй килл. На страйкере. Третий килл на страйкере. Ах, зачем я вышел? Зачем я вышел? Бог с ним. Переваримся, короче, ребят, сразу на твинсяру. Твинсяра, где ты, мой сладенький? Саня, там еще кто? И негативчик, да, по-любому тоже уже нас опережает. Да, я вот на твинсе. А кто, Жек, ты тоже на твинсе? Да-да-да. Охерел. Ну, Серега, с... по-братски, давай, Серый. Никаких братанов. Все здесь друг против друга. Вулкан. Меня просто шарами закидали. Ну, ёк твою. Ну, котяра, ну не самоуничтожайся, алло. Я да какая разница, ты должен стоять на одном месте, ты понимаешь это или нет? Ну тогда ладно, я еще. Ну и здорово. Есть. Я за тебя. Здорово, первый килёчек, первый килёчек, Виталий Киночек. Первый килл, ребята, это на твинсяре. Да почему у меня респы такие-то говняцкие постоянно? Ну алло, ну хватит меня, сука, внизу-то респать постоянно. Я уж запарился. Вот единственный, походу, респы самый... Да что вы все на меня-то стреляете сразу, скоты, суки такие. Я не представляю, как я буду на вулкане вновь делать. Есть, все, второй килл. Стой. Санчес Панчес. Дай тебе меня. Дай мне хотя бы один. Мне остался последний килл сделал, пожалуйста.
Понятно. Тяготилка, как ты от этих ракет. Понятно, просто, ребята, понятно. Чё после рельсы? Гром. Гром. Котяра котяцкая. А чё два на одного-то на меня? Так я никого там больше не вижу. Ах ты, Виталька, суку такое. Ну-ка, я вот так добил, пошел сзади. Да, боже мой. Вот, кстати, когда так играешь, кажется, что все, да, друг на друга. Все, Сань, ты уже сделал все 3 килла? Нет, еще 1 килл на твинсе. Да мне тоже, сука, еще 1 килл остался на твинсе. А, Лёхи. Есть. Да, а кто после твинса идёт? Изида. Я уже тоже на Изиде. На Изиде, ребята, сейчас кто затащит чисто? Кто затащит? Лёха, не надо, Лёха. Это кто? Лёха, не надо, Лёха, пожалуйста. Лёха, где Изида? Я тебе всё сделаю, только не надо. Ах, скотина такая. До него ехать, это чисто GG. Это проигрыш. Это проигрыш. Ехать до Жичанского. Это а, просто вообще не изи. Сука! Боже мой, это очень жестко. Пацаны, а чё после вулкана идёт? Я не знаю. После вулкана вот я тебя отправил. Да ёб... Обо что я сейчас врезался, алё? Во что я сейчас врезался? Я на изиде уже, Охереть. Я мог сейчас на изи килл сделать и все. Саня, кукуеба. Давай Саню убивай, чтобы не смог. Да пошел ты. Я нормальный. Виталь, сучара такая. Ах ты сучарка такая, Виталька. Я сразу после Витальки сделал килл. Блин, обидно. Вот это просто... Да потому что мне на твинсе не везло, там тупо меня контролили. Брали сучарки такие и контролили меня, вот это вообще не изи было. Я на изи сделал. Ладно, короче, ребята, получается, что, первое место у Витальки, он у нас выиграл в этой гонке вооружений. Так что, если вам понравился этот выпуск, обязательно, ребята, ставьте свои лайки, набираем 1000 лайков, сразу выпускаем вторую часть. Ну, начинаем снимать, ребят, следующую часть, следующую рубрику. Так что, я думаю, она вам очень сильно понравилась. Если так, не забываем меня поддерживать лайками, также подписочкой на канал. Ну, а с вами был Вайдер, ребята, всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.